Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quiz. Я только что вышел из цеха, из завода Harley Davidson. Я в шоке, к сожалению, снимать было нельзя, но я постараюсь вам сделать все-таки видео о том, как происходит технологический процесс сборки мотоциклов. После того, что я видел своими собственными глазами, я могу сказать четко, вот этот красавчик сделан в США, и его делают отменно. В двух словах расскажу, как все происходит. Основные блоки и узлы производят непосредственно на этом заводе. Очень много комплектующих, мелочевки, электрика, разные блоки уже готовые для двигателя, для зажигания, оптика, шины. Естественно, приходят со сторонних заводов, со всего мира. Очень много. Там даже есть целый склад с комплектующими. Но основные блоки и узлы делаются непосредственно на этом заводе. Собирают вот такие вот рамы. Вначале делают заготовки из небольших кусочков отрезков труб, потом делают ползаготовки, их сваривают, потом уже готовая рама едет по конвейеру. Под каждую модель идет своя собственная линия конвейера. Когда рама уже полностью готова и сварена, она проезжает, попадает в цех покраски и становится такое готовое уже изделие. Не менее интересно происходит изготовление бензобаков и различного рода деталей корпуса и крыльев. Берут вот такой готовый лист, он свернут в трубу, в такой вот ролл, как туалетная бумага. Он проходит через полуавтоматический пресс, где происходит выдавливание вот такой вот детали заготовка. Там различные формы, тут были бензобаки, а наверху у нас выдавлены уже готовые крылья. После чего эта заготовочка попадает в следующий станочек, где лазером аккуратненько все дело разрезается, чтобы не было ни заусенчиков, ничего. После чего руками рабочий все это проверяет, чтобы не было никаких дефектов. И попадает в следующий цех, где уже из готовых полузаготовок делают, например, бензобак. Его там сваривают, тестируют на протекаемость. После чего он грунтуется, красится. И уже на финальной стадии уже наносятся различного рода уже надписи, логотипчики. И такая вот уже финальная покрасочка, художественный такой арт идет уже. То есть можно посмотреть вот несколько моделек, как это сделано. Когда вот эти полузаготовки уже собраны, они попадают в цех, где все это собирается. Кстати, двигатель здесь тоже собирается из разных частей. Я вам сейчас покажу, как это делается. Этапы сборки двигателя. Фаза 1, фаза 2, все делается вручную, конвейер идет, под каждую модель свой собственный конвейер. Это у нас фаза 2. И наконец фаза 3. Готовые рамы, узлы и блоки попадают уже на линию конвейерной сборки, где каждый рабочий делает свою микрооперацию. Вначале устанавливают бензобаки, устанавливают двигатели, прикручивают колеса. Вот как все это происходит на первой стадии. Ранняя сборка. Далее вот такая заготовка безостановочная видит на следующую стадию, где же устанавливают колеса, устанавливают фильтр, доводят до ума проводку, подключают все необходимые блоки. Когда мотоцикл практически собран, он попадает в следующий цех, где происходит его тестирование. И уже присваивается непосредственно
номер изделия уже, вешается лыбачок, вот, и уже дальше мотоцикл попадает на склад готовой продукции уже после тестирования и готов к отгрузке клиентам. Оставайтесь на канале, не зря видим сюжета.